Только по-настоящему увлеченный человек может достичь успеха в своем ремесле. Чаще всего на это уходит целая жизнь, но бывают и исключения. В Чувашском национальном музее открылась выставка молодого художника-медальера Азамата Балтаева. Азамат Балтаев – наш земляк. Он родился в Ялчикском районе. Монетному искусству обучался в высшей школе монетного и медальерного творчества в Чехии. Его работы знают все известные европейские эксперты. Он сотрудничает с Чешским национальным банком и Чешским монетным двором. В 2014 году создал коллекцию монет для яиц Фаберже. Сам Азамат не любит говорить о себе. Его отец, известный в Чувашии художник, скульптор и ювелир, особенно гордится успехами сына. Именно он привил ему настоящую страсть к художественной работе с металлами. То, что мой сын смог такие вещи сделать на таком уровне, это меня, конечно, искренне радует. Потому что 25 лет, вот до такого уровня, чтобы дойти, надо очень много усилий потратить. В это время он успевал учиться, и за это время еще он успевал делать такие вот достойные вещи, участвовать на конкурсах. Не менее важной вехой в творческом пути Азамата стала первая персональная выставка «Монетное искусство на родной земле в Чувашии». На ней представлены монеты, посвященные историческим датам и событиям, а также гипсовые копии и рисунки. Татьяна Филатова, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика.